Всем привет! 123-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 19 июня. Если вы хотите, чтобы Альпер покинул сериал, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Зейнеп с детства ходила на «Ветреный холм», и много лет назад там на нее напали собаки, и ее спас какой-то мальчик. Так вот, им оказался Халиль. То есть их пути пересекались не один раз, но Зейнеп об этом забыла, а Халиль помнит каждую их встречу. Зейнеп решает немного показать свои чувства Халилю, видя, что он так и не может набраться смелости и первым проявить себя. Альпер по-прежнему преследует Зейнеп. Она ему много раз говорила, чтобы он больше ее не трогал, но Альпер не отступает от своей цели. Асура сказала Зейнеп о том, что они с Альпером встречаются, после чего он ее чуть не задушил и потребовал сказать Зейнеп, что они не пара. Асу не знала, что Альпер просто ее использует в своих корыстных целях и постоянно обманывает, но теперь она увидела его истинные мотивы и ей стало страшно. Альпер настолько надоел Халилю, что он не выдержал и ударил его по лицу кулаком, и это еще больше разозлило Альпера. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.